Вадим, я тебе честно скажу, я говорю, как есть, видишь, оно, если бы я была режиссером, да, я бы снимала то, что, честно тебе скажу, не тех людей, которые хотят сниматься, а вот моменты, ты выиграешь, я даже скажу вот так, ты выиграешь, именно те моменты, которые люди не хотят. Видео на мне потом никак не отразится. Много ее. Аж сердце без осталось. Совсем мало. Блять. Thank you.
несет караван. Возьмусь я пистом, увезет она свой родной Пакистан. Хочешь, я же алгинский. Нормально? Да, да. Ты что? Бля, связь гонится. Мы нормально просто с ним у нас все готово, уже на себе все остальное. Я к ним хочу послушать. А, ну понятно, конечно. Yeah.
изволишь? Не изволишь? Да. Рэпер тебе, блядь, на все Полихана услышно, нахуй. Да, ну нахуй. Да. Может быть, нахуй. Я тут много жизнь того и того. А? Много жизнь? Нормально, вообще так. У тебя талант шпаклевать. Рейманты, мейманты, да? Это же талант. Вот талант это не то, что ты искусство можешь. Искусство еще скажи. Это не то, что ты можешь. Талант. Просто так, как я это сделал, никто не может сделать. Вася, это талант это не то, что ты можешь, а то, что ты любишь. И если ты не будешь делать то, что ты любишь, Бог за это тоже спрашивает. Потому что это любовь к делу от Бога приходит. Он тебя сотворил таким, чтобы ты любил вот эту работу. Вот я, например, люблю, например... Знаешь, талант тебе пиздеть вас. Ну это да, тоже я, поэтому если меня на радио, я бы даже там бля, за 15 тысяч тенге работал бы. Ну. Ты кайф от этого получаешь, короче, а деньги уже на втором месте идут. Ну. Поэтому так бы, когда врачи говорят, ну, вот я с этой, я не буду в больнице работать, там мало платят. А врач, мент, это же не работа, это образ жизни. Ну. Там уже нет такого работы. Я так думаю, что врачи и менты, или кто там, пожарники, да, ну вот такие, нах, газовики, пожарники, нах, мусора и больниц. Они, я думаю, у них, если у них на первом месте деньги, то из них не получится, да. Либо профессиональный врач, либо профессиональный мент, там, опер какой-нибудь не выйдет из них. Опером тоже хотел бы пиздец как тебе работать. Тебе такой же пиздец вопрос дал, а то ли какой. Где у меня талант? Я люблю талант. Что ты любишь? Кроме работы, того, что работаю. Ты что, я люблю рисовать, но я нихуя не рисую, что такое, да? Ну ты любишь это дело? Так, уже нет, там. Бля, в детстве книги рисовал, я ебанусь там. Потерял мечту, короче, лишился ее, да, этого всего. Люблю бухать, ебать и работать. Че, бля, ничего не придумаем, да? Че ты хочешь делать? Блядь. Хотя бы чекушечным такой. Блядь, бухать не, я не хочу опьянеть, бля, вот так посидеть, вот пообщаться, нах. Что-то, блядь. У меня когда Ленки нету, блядь, что-то, они что-то не то, сука. Вась Хьюи уже, нах. Она еще, знаешь, чем пользуется? Я говорю, что бы ни было, я тебя хуй куда отпущу. Весной твои документы вместе в Россию поедем. Сам сказал, залюбил. Нет, ты, когда то, мы что-то... сидели, ну сидели, да, залюбил, ну, Вась, бля, как... Если бы ко мне так относились, блядь, мне кажется, мне бы это было бы приятно, нахуй, если бы, блядь, жена моя ко мне так относилась, нахуй. А то ли залюбил ее, нахуй. Это знаешь из-за чего? Вот когда мы не работаем, неделю без работы сидим, бухаем, вот еще есть, блядь, даже мамка есть, мамка же не хочет, чтобы она со мной жила. Она давно, мне, когда вот первый не, раз она... она вроде больше любит меня. Ты что, лицемерит? Конечно, нах. Она не все здорово, когда ее нет, она в пляже не бросит, она тебе не пара. Тетя Людка, все не говорят, она тебе не пара. Только тетя Надя одна. Ну, ты любишь, сейчас... вообще любишь ее? Бля, да, Вась, когда трезвая. Ну и пьяную люблю, просто пьяную я ее терпеть начинаю, когда она пьяная. А так она нихуево девка, когда не бухает. Здорово, Лёх. Как делишки? А, это Лёхкин мужик, что ли? А? Только с баньки, что ли? Лёха, слышь, братец, бля, займи денег, а? Бля, мне где-то 30 тенге нужно сейчас. А? Давай, Лёх, бля, давай, выручай, братец. Все, давай, через 10 минут забегу сейчас. Конечно. Я маяк нас делал для этого. Давай. Мама, нет, я покупаю не могу. Thank you.
Все наладится, она не будет бухать. Давно мы, знаешь, нервы не в порядке. Иначе как, бля, молоко варить нет желания. Молоко варить это для кого-то, тащить из движняк не хочу. Буланова играет. Где моя Буланова? Ходячий. Я себе другие буду. Это Адигон был французский. Адигон французский? Побал, побал в тебе лишь. Адигон. Адживанши. Нет, я это на разлив купил. На разлив? Налейте мне пол-литра Адигон. 20 грамм всего лишь купил. Покажи. Это имя, он сейчас пахнет. Да. Ты тоже тащишься по этой куне духи, я не знаю. Сколько стоит? За две? Что-то он какой-то... Хватает его? Да ничего себе, это дорого для меня. Да потому что ты, бля, не хочешь это видеть. У тебя на уме одно деньги, нахуй, образование и благополучие. У нее такого любовь, утешение, дружба, душа. Такого нет у тебя. А у тебя есть? Судорога. Что есть? Судорога. Что есть? Что есть? Да. Любовь к людям, любовь к правде у меня есть. Правду обожаю. Убери правду, я жить перестану. Хули ты на ушки втыкаешь, ты же разговариваешь со мной? Охуел ты, ну. Канава, у тебя мечта есть? Я меломан по жизни, я больше. Перемен требуют наши сердца. Нет, дайте песню. Поищи, поищи. Нету
нету сильнее, правда, ничего. Вообще ничего нету сильнее. Если только любовь, но любовь, она не будет тебя резать, потому что она и есть любовь. Но... А правда есть, правда, вот эта всякая хуйня, мне похуй. Я говорю, если есть мне что-то предъявить, скажи. Если нечего говорить, вообще тогда не говори со мной об этом. Понимаешь? Я вот эту хуйню не приветствую. Коррупции, морупции, взятки, мятки нах. Там измена, блядь, предательство, я терпеть не могу нах. Никогда никого не предавал, никогда никому не изменял нах. Давай. За. Могу швырнуть? Давай. Швырнуть могу? Да, давай за коррупцию. Да охуел ты нахуй, как коррупцию. Ой, красная вся. Тебе столько пройти. Такая, такая вся раскрепощенная. Почаще работай. Мне нравится, как ты с работы приходишь. Да конечно, устала, да? Лена? Жене начали. Когда с ней познакомился, сразу прочухал. Вот оно мое родное, да, Лена? На второй день, да, это прочухал? Угу. А как 19 сентября, да, познакомились? На третий день сказал, а ты, оказывается, еще красивая. Я чуть не упала, блин. Что-то в тебе такое увидел, нах. Красота, она же не во внешности отличается. Так, что-то в человеке увидел, нах, вот, бля, вот, что-то в тебе есть такое, нах. Прямо такое, вот такое, такое, нах. Я поправлю. Поправляйся. Нет, я тебе поправлю. Вот она, смотри, какая красавица, да? А сейчас посмотрим. Вот смотри, моя сестра, мы с ней похожи? Да нихуя не похожи. Вот сестра, вот я. Не видать, похоже. Да, кто-то, она как будто на русскую, да? Как будто... Ну, вот это охуевшая. Если бы я в то время тебя знал бы, я по-любому тебя забрал бы сразу. Да, я бы тебе не дала. Ой, бля, куда бы ты делась, ну? Вот, вот Танюха, она самая у нас красивая была. Да, а где она красивая? А вот ее муж, смотри. Где она красивее, вот чем вот эта? Схуя ли она красивее? Нет, вот она... это же красивее, чем вот это? Нет. Смотри, какое приятное лицо. Хули ты нет, конечно, седана. А вот Лена уже бухать начала, смотри. Вот она, да, вот, я да, меняться да. Начала. Вот и у нас пыльна. Лена, спортсменка. А я спортсменка. Ну. А где маленькая? Какая тебе из этих девочек нравится больше? Я говорю, бля, Семен, вот я хочу, вот, чтобы у меня девушка была вот такая, вот такая, вот такая. Он мне сказал, Женька, ты когда увидишь девушку, и ты поймешь просто, что это твое, если это тебе не важно будет, какая она, просто ты ее будешь любить просто так, нахуй. И он был прав, нахуй, вот результат на глазами. Увидел и все, не понял, что это. Сразу, на второй день, когда ты проснулся, на тебя проснулся, и что-то, блядь, не то, нахуй. И прям такая уверенность, что все, короче, дома. Как учиться? По планам. Да, посмотрим. Ой, Лена Ивановна, какой ваш род занятия? В смысле? Ну, чем вы любите заниматься больше всего? У вас есть род занятия, хобби или что-нибудь в этом роде? Да, люблю с животными проводить время. С животными время любите проводить? Да. А почему с животными, а не с людьми? А мне с ними легче общаться. Я тебе Женя доведу. Скажите мне, Елена Ивановна, у меня к вам такой есть серьезный вопрос. У вас есть мечта? Не знаю. Как не знаешь? Ты что, живешь как животное одним днем? Угу. У тебя нету мечты? А у тебя есть муж, не знаю, там, сожитель, парень, там, любимый человек, кто-нибудь? Есть у тебя такое? Угу. Я не люблю сниматься. Почему? Ну да, расскажите мне, вы вообще любите своего сожителя, как вы его назвали?
Ну, вы любите его или нет? Бери ко мне. Yeah.
Я одна, что мне никого нет, что квартира хорошо одна. Меня зовут Аристарх. И сегодня я буду вашим официантом. Всем, видящим меня, желаю счастья. Я тоже. Многие говорят, прежде всего, здоровье. Я так не считаю. Я считаю, что прежде всего, любовь. Где любовь, там все остальное. Любовь не сильнее, чем здоровье. Но любовь сильнее. Здоровье не сильнее, чем любовь. Ты что, здоровье самое главное? И так волнуйся. Допустим, он любит, а у него нет здоровья, все. У него рак. Он все, он знает, что помирает. Он же любит. Подожди, я хочу ответить, что ты говоришь. Вот, допустим, у меня будет рак, да ты меня любишь. И что мне теперь делать? Все, уже любит, хорошо. Сказали, ты в этом не подлежишь. Я хотел тебя что-то бросить, но я не нашел, блядь. Благодари Господа, что я ничего там не нашел. В чем? Во всем. Жизнь, если меня бросишь, я буду рада. Давай все, давай, хорошо. Без обиды, хорошо? Давай, я поняла, хорошо. Все, с Новым годом. Я говорю, как есть. Помолчи, дайте еще хочу сказать. У меня резия, блядь, а дышаться не могу. Я говорю, я же ношу дыхалки слабым. Я ношу кожу всю дорогу. Я тебе говорю, вот эти Сереги, мама не резия? Нет, это... Что я хотел? Нет, не держи. Чья? Моя. Сейчас приду, заряжу. А ты где сюда? Пошла. Служи сюда. Заряди. Служи сюда. Я не буду слушать. Сядь, говорю. Я не хочу слушать. Сядь, говорю. Кто ты говоришь? Сядь. Все равно ты потом же опять скажешь. Кто кому должен подчиняться? Я тебе или ты мне? Ну, как говорится, никто никому не обязан подчиняться, потому что если я захочу, не обязан, ты будешь мне подчиняться, понятно? Все по доброй воле. А если ты захочешь, я тебе буду подчиняться, а я скажу так. Сядь. Одинаково буду подчиняться. Сядь, успокойся. Я не буду сейчас так, Новый год пройдет, потом пообщаемся. Женя. Ну сядь, вот так облокотись, я тебя прошу, пожалуйста. Вот так сядь. Да лучше словами скажи, мне тут будет приятнее, чем ты мне вот так сядь, потом ты мне слова же говоришь. Так ну все, давай, что ты хотел сказать? Говори. Я уже забыл. Удали это, выключи камеру, Марин. Вот именно ей, просто эти моменты. Нас ты все испортил. Конкретно, ты же не хочешь. А ты меня слушаешь? Ты меня хуже жизни выслушал? Делай, что хочешь. Ну, боже. Просто есть похуй мне. Я не хочу сам себе и за тебя портить нас портить Новый год. Правильно делать. Ты этого не достоин. Ты не достоин даже этого. Конечно. Я тебе в глаза говорю. Правильно, а ты я тоже сказал, ты недостойный. А если испортишь, беда твоя фамилия, тебе отвечай, тебе клянусь. Он сегодня, видишь, я сделала скандал, да? Это я сделала скандал. Потому что ему не понравилось, что я сказала, ну нахуй отсюда. Ну ты не понравился. Но это сделал. Ну правда, он такой характер, я ничего с ним не поделала. Женя обижается на это. Ну я такая, я сказала, так и будет. Ну если знаешь, что я виновата, да, может быть, что-то надо осознать, я понимаю. Но если я решила, все. Вот это моя самая, знаешь, первый раз в жизни. Я тоже хотела попасть в проституцию, сказала, что я буду шлюхой. И заработаю столько денег, сколько я хочу. И когда я попала, да, я потом продлила все, что я попала туда. Меня били прям в этом лане. И мне жаль, что отвели, я так завязана, руки были. Я даже есть не могла, представляешь? И когда они меня отпустили, я такая, ну, я сходу, когда я приехала, я так смотрю на них, они там говорят, ну, короче, ее завтра постричь, короче, все сделать с ней.
Как-то она худая, где немножко поправить. Но я правда, я в жизни худая сама по себе. Раньше я была полненькая, может быть, из-за этого. Но за неделю что-то костовую, за неделю я не поправлюсь. Кормите ее, кормите, короче. Знаешь, что я делала? Я потом поняла. И ты что хочешь сказать, что я буду с чужими мужиками спать? Он говорит, конечно, а что ты думала? Я говорю, как я, что думаю? Мы же завтра на это собирались поехать. Он говорит, дура ты, дура. И тогда я, прикинь, они сидят, прикинь, прям балкон открывают. Мне похуй. Я открываю балкон, я не говорю, что мне это все похуй, просто у меня уже все лозило. Понимаешь? Думаю, что мне терять? Я открываю балкон, короче, прикинь, через балкон. Хорошо, у меня волосы были длинные. У меня это волосы захватил, как бы я разбилась. Мне все, я говорю, я никому не достанусь, чтоб мне извини, трахали, как говорится. Я не просто. Я этим не хочу быть, я лучше сдохну сразу, блядь. Я когда вспоминаю, я хотела забыть об этом вообще. Мне неделю, прикинь, били. Что плачешь? Что плачешь? Не плачь? Как плакать? Да нет, не плачь. Просто не, ты, правда, плачь. Я от радости плачу. Никуда не от радости плачу. Ты я от радости плачу. Нет радости. Нет радости. Да маму я вспомнила просто. Не на мамку. Не, мамочка. Знаешь, солнышко. Не надо, мама не вернешь. Я ее вспомнила, понимаете? Леночка, солнышко, его, не видишь маму уже. Извини, пожалуйста, ну... Успокойся. Я-то успокойся, я ничего не скажу, я не помню. Давай, давай, где я спускаю? Дайте сигарету. Ага, где? В зале? Принесите, пожалуйста. Черт, все отбирно. Почему люди все, которые я хочу говорить, они не говорят, когда я начинаю говорить, они все отпрыгивают. Только сестра может меня рыбка, а все остальные я могу так наврать, я могу так говорить. На, сигарет тебе. Спасибо. Это здоровье. Ну я... Не спеши. На. Все спеши, ну что я сказала, даже радости там улыбаться, да, я, ну как говорится, спасибо. Не, ну... Джоли, ну примите меня, как я есть. Ну, я не могу, так меня приучили, так понимаете? Новый год должен всем полностью веселиться и радоваться, ясно нет? Я знаю. Ну, хера, плачешь? Я перед ней плачу, не перед ней. Не надо. Я перед ней буду улыбаться. Не надо плакать. Не надо плакать. Просто меня, блин, я уйду. Не надо плакать, понятно. Wow.
Чем ты рыжий? Скажи, чем? На грузь. Я не говорю, но там кроме меня еще и для меня сильничек. Пойдем. Давай, я расскажу. Вон, собирайся. Идем, поговорим. Собирайся, ты. Я собирайся. Я не портно, не могу настроить. Одевайся, пойдем. Бля-то есть вот живы, я, Марко, где все пляшем, толщин. Ты чё, 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 чё тебе, чё тебе заразил кто-то? А? Чё? Идешь или нет? Нет. Вы ебнуты сейчас. Сейчас забыша ногами. Сейчас мне их путь, да, на все время? И пиздец тебе придет. Я и бабок не буду. И что ебанировать? Что за хуйня? А? Нет. Объясни мне, что за хуйня? Нет, слышишь? Нет, слушай сюда. Ты сейчас своим поведением портишь праздник нам всем. Весь Новый год тоже в рот выебал. А? Ты не одна, нет, я не с тобой, не один. Тут мамка моя есть. Что, все сейчас? Тут моя мамка есть, и Мадина приехала в гости к нам. Не переживешь. Я тебя 5 минут не съезжу. Чем не переоделся, ебать, я еще с женой убил. Я ночь носила бы там. Еще а если не убьешь, я не убью, что я не убью. 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 Сейчас ты пьяный или трезвый? Честно. Честно? Давай же расстанемся, я так не хочу жить. Честно слово. Я тебе не пьяный, честно говорю. Просто я уставшая, просто не могу уже, уж усталая. Ты сейчас трезвая? Я уставшая. Короче, давай разойдемся. Я не хочу жить так. Да. Ты от меня по-любому уже никуда не денешься. Кто тебе сказал? Бог сказал. Отпусти меня, я тебя не люблю, нет. Ты меня не любишь? Нет. А ты вообще кого любишь? Никого. Я тебя не отпущу. Я-то тебя люблю. Я просто ошиблась, я не понимала. Ну ошиблась, да, а во мне в чем ты ошиблась? Я не помнишь твой... первый день нашей встречи? Я понимаю. Второй день, никому, когда я на тебя внимание обратил. Помнишь вопрос мой к помню. Тебе? Я говорю, Лена, ты сможешь меня полюбить? Я сказал, конечно.
Помнишь, я тебе сказал, Лена, если бы сейчас были документы про ЗАГС, пошла бы с собой, что сказала? Побежала бы, твои слова? Я просто пошутила. Помнишь? И все, все, Мазя. Женька, я тоже тебя люблю, я нахуй без тебя жить не могу. Помнишь, когда мы погнали за этим? Я не люблю, вот? Я не люблю. Ты не то, что не любишь, ты в любовь не веришь. Да. Ты знаешь, что такое любовь? Это правда. Я хочу тебе сделать так, чтобы ты в эту любовь поверила. Я тебе подарить хочу. Во мне любви не так много, но... Ну, достаточно, чтобы тебе понять, что я тебя люблю. Не знаю, почему я не хочу любить. Чтобы не заждались. Видишь ты, Лен, знаешь, вот мы близнецы, да, вот такие все, хуй поймёшь. Они просто. Правда нет. То Вася, то не Вася. Лен, я тоже есть такой, я... Родители нас любили, а почему вы любовь-то не поверили? Не понял. Родители вас любили, а вы в любовь не поверили? Да. Значит, не любили. До весны поживи со мной. Женя, я не хочу с тобой жить до весны. Я хочу сделать сразу документы, а потом... Что ты вообще хочешь? Что ты вообще хочешь? Честно? Да. Ты сейчас будешь кричать. Говори. Или убивать. Говори. Ты не говори нах правду конкретно. Сдохнуть я хочу. Сдохнуть? Нет, не вариант нах. Сдохнуть я хочу. Ты мне все другое об этом говоришь. Что ты спрашиваешь? У тебя же духа не хватит сдохнуть. У меня? Да. Я хочу мучиться. Мучиться. Ну и что? Я хочу помучиться, вот именно. Ты сама я не поймешь, вспомню. Что говоришь. Я. Нет, нет. Точно, уксус. Че уксус? Че я не хочу вздыхать, так вот умирать просто раз и положил голову. Я хочу мучиться. За всю свою жизнь, что я наделала. Ты я много боли тоже боишься, как ты можешь мучиться? А я потерплю. Что не накурилась? Тушу. Вот теперь приезжай поговорить со мной. Я затушу. Ой, чешу меня. Мамань, ты мне ответь на конкретный вопрос. Ты от меня вообще чуть-чуть от меня хочешь? Ничего не хочу. Как ничего? Спокойствие. Вы дела в другом говорят. Спокойствие, тишины. Только не ругайся, не кричиняри. Как не ругайся, не кричиняри? В данный момент. Если вы меня провоцируете на эти ругания, орать и на всю хуйню. Это не провоцирует. Вы не лично, ты и она. Ой, бля. Жену ей жалко, но что-то сегодня... А мне что, не жалко? Я ее люблю в миллиарды, миллиарды раз больше, чем ты ее. Ты ее вообще не любишь. Ты мне что сказала? Жень. Что, давай я сейчас ей всю хуйню при ней все это выскажу. Ее отношение к тебе изменится. И ты ничего не сделаешь, нах. Жень. Я буду решать, как ей жить, нах. Что я скажу, то ей будет по-любому. Никто меня не остановит, нах. Это знаю. Да? Снимает? Да. Нет, память. Она включенная. Я сам его так поставил, чтобы она снимала. Молодец. Это не на память будет еще. Детям моим или внукам моим, кому-нибудь. Есть мое личное. Там еще из него, бля, процентов 60-40 вырежется. Обязательно, подкрываешься. Обязательно.
Вот ваше нахуй вранье, mm-hmm. хоть я его не знаю, нахуй, зло мне нахуй, вполне сказал мне врете. Я чувствую, просто обосновать не могу. Понимаешь? А кто может чувствовать, что ему врут? Ты. Причем есть я, блядь. Сердце. Тот, кто любит, нахуй. Вот видишь, вон музыка, видишь, написана? Видишь, красная музыка написана? Ну, да. Вот тепловой телефон. Таня, вообще песни есть, нет? Есть. Что ты брал? Мэри Поппинс. Звук мэра делается. Я поняла, да. Ну что там, наверное, потом? Вот там сейчас посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
здрасте. Салам. Давай, давай, давай.